поздравляю всех с наступающим Хэллоуином. А знаете ли вы, почему тыква является символом этого темного праздника? И почему она называется светильником Джека? Нет? Тогда я расскажу вам об этом в сегодняшнем выпуске. А также я поведаю вам старую легенду о Джеке, который теперь приходит в этот мир каждый год на Хэллоуин за очередной жертвой. А перед началом видео сделай красную кнопку подписаться, такой же мрачно-серой, как этот канал. И нажми на колокольчик, чтобы не пропускать мои страшные видео. Приятного просмотра! Согласно ирландской легенде, один пьяница по имени Джек однажды, в канун Дня Всех Святых, встретился в баре с самим дьяволом. Джек так сильно напился, что чуть было не попал в руки к дьяволу, но благодаря своей хитрости он предложил сатане свою душу в обмен на последнюю кружку пива. Дьявол согласился и тут же превратился в 6 пенсов, чтобы заплатить бармену за выпивку. Джек быстренько засунул их в свой кошелек, а так как в кошельке у Джека был серебряный крестик, то дьявол попросту не смог выбраться обратно. Джек не выпускал дьявола до тех пор, пока тот не пообещал ему, что не будет претендовать на его душу в течение 10 лет. Дьявол сдержал свое слово, и через 10 лет он вернулся за Джеком, встретив его на дороге. Дьявол уже было хотел забрать его душу, но Джек, быстро сообразив, что к чему, сказал: «Я пойду с тобой, но прежде чем мы отправимся, не мог бы ты достать мне яблоко вот с этого дерева?» Дьявол, подумав, что он ничего не теряет, забрался на дерево. Тогда Джек вынул нож и высек крест на стволе дерева, и дьявол не смог спуститься обратно, чтобы забрать Джека или его душу. Джек заставил его пообещать, что он больше никогда не придет за ним. Дьявол понял, что выхода у него попросту нет, и согласился. Никто так и не узнал, как же дьяволу удалось спуститься с дерева. Когда же год спустя Джек умер, небеса не приняли его, так как он вел разгульную жизнь, много пил, был скупым и лживым человеком. Тогда Джек спустился в ад, но дьявол отказал ему, ведь он обещал Джеку, что никогда не возьмет его душу. «Но куда же мне идти?» – спросил Джек. «Ступай туда, откуда ты и пришел», — ответил ему дьявол. Но путь назад был очень темным и холодным, и Джек попросил дьяволу дать ему совет, чтобы найти дорогу обратно. Дьявол исполнил последнюю волю Джека и кинул ему горячий уголек прямо из пламени ада. А чтобы дорогу было лучше видно и сильный ветер не задул огонек, Джек положил его внутрь репы, которую он ел. С тех пор Джек был обречен на скитание с фонарем в руках, пока не настанет судный день. Теперь он сам стал нечистью, а как вы знаете, Хэллоуин – это праздник, когда всей нечистой силе разрешено на одну ночь выходить на землю и творить свои нечестивые дела.
Теперь каждый праздник Дня Всех Святых дух Джека приходит в этот мир, чтобы забрать с собой безгрешные души. Люди, повстречавшиеся с ним, описывают его как пугало или человека в потрепанной одежде, у которого вместо головы тыква с горящей в ней свечой. Это всего лишь старая легенда, но на всякий случай постарайтесь не гулять ночью на Хэллоуин, чтобы не встретить Джека, который пришел по вашу душу. Что вы думаете об этом? Пишите свои мысли внизу под роликом, а 6 рандомных комментариев попадут в начало следующего ролика. До новых встреч! Подпишись на Огонька.